Мама, я в Ютубе. Вот такое у нас начало. Видосы незапланированные. В общем, на улице жарище стоит уже вторую неделю. 35 градусов. И было решено поехать на Беловское море с этими тремя дамами под окном. В общем, сейчас дойдем до нашего моря в кавычках. Реально. Их недавно, кстати, сделали площадки здесь. Это поселок Инской городского типа, построенный возле ГРЭСа. Ну, кто, кому интересно. Да хрен знает, куда-то мы идем. В общем, сейчас дойдем, еще поснимаем. А там уже прохода нет, что ли? Подожди, там проход должен быть. Походу дети на правила дорожного движения сдаются. Забрались какие-то в ебеня, перелезли в забор. Такая вот. А? Ну, правила дорожного движения дети, наверное, учат. На маленьких машинках катаются. А может и без машинок, с рулем просто бегают. Короче, маленько запутали. Чуть-чуть. Знаем, где море, но не знаем, как пройти к нему. Небольшая пожарная станция. Спасибо. Помылись? В общем, шлепаем дальше. И места, как будто где-то в Крыму. Собачка на столбе. Че, уже тепловой удар? Зато рыба дохла плавает. Да, он окушок. Там улитка большая. Где? Вон, на дне. Орел. Вон, видите, какая здоровая. На аквариуме такие же. И маленькие. Тут зимой и летом этот канал не замерзает, поэтому они хавают. Придет, что сделать. Я буду смотреть влог. Это видеоблог. А я подписана вообще-то. Молодец. Значит, попадешь на наш канал. Ну, здесь тенечек, между прочим, есть. Я там всегда. Там гальца. Кстати, я не знал, что здесь столики понаделали. Кстати, вот здесь, а здесь, в принципе, ножкам будет больно спускаться. Там быльки. Квадроциклы стоят. Можно было здесь расположиться, конечно. Купание запрещено. А может где-то здесь? Да, ага, ходить до бульков. Это ходить. Было очень страшно. Ну-кась. А что, пусть, что ли? Ну, здесь можно спуститься, кстати. Я всегда там. Ну, пойдемте еще глянем туда. Можно туда Ну как вам водичка? Нормально. Где там кузов? Водичка теплая вообще. Как бы только не обгореть раньше времени. Где баня? Ну какая? Показывайте трюки какие-нибудь, а то болтыхайтесь.
Вот это трюк. Как называется? Лиза, подкинь. Лиза не хочет мое полотенце постирать сучьем, которое она поваляла. Так а нафига ее здесь кинули-то? Представляете, какая? Рядом сдохла ракушка, теперь мы сидим. И что они улетели? И далеко они поплыли. Это грыз наш. Приятного аппетита. Спасибо. Как говорится, плавание плаванием, но перекусить надо, чтобы пойти опять плавать. У нас тут скромный такой перекус. Кстати, уже давно должен был дождь пойти, судя по их расписанию. Но вроде мило. А кто будет ракушку доедать? Я, пожалуйста, уже за полобеда. А сейчас мы наблюдаем дикие пляски тиктокеров. Уже битый час они пытаются синхронно исполнить танец. Но у них ни хрена не получается. Тебе в новости идти надо. Ну, почти. Ура! Сейчас все это не понравится. Перетанцовывай, все фигня мешает. Короче, я сохранила. Ну все, накупались мы, время 16:15. Эти стоят, макияж наносят. А я тоже часа на уклад. Хреново то, что до него ехать надо. На купание остается не так уж много времени. В общем, день прошел не зря. Что, собачка потерялась? Вот такие есть у нас расценки. Ну так просто бесплатно. Пропала собака. Ну а мы погнали до остановки. Куда ты полетела? Серьезно?
Надо было уши ударить. А он что-то не озвучивает ничего. Все. Ай, я меня капнул. Курочки. Все, проводили. Пока.